Привет, с вами я, и сегодня я вам покажу, как добыть пряник. Ну, для начала мы берем динамит. Ладно, для начала давайте сделаем флайбукс. И надо... Вот мы берем динамит, и надо лететь к пряничному домику. И видите, тут такие штучки, не хватает динамита. И нам нужно в каждую из штучек вставить динамит. Вот первое. Берем второй динамит. Летим в домик. И тут нам нужно вот сюда поставить. Потом берем вот еще один динамит. Снова летим в домик. И кладем сюда. И нам остался последний динамит. И сейчас мы его быстренько принесем. И положим вот сюда. Теперь нам нужно сделать зелье из динамита. Так, ой, я случайно два положил, но ничего. И теперь мы должны встать на вот этот значок и выпить динамит. Не двигай меня. Все, мы взорвали дом прянику, и теперь бежим туда забирать наш пряник. Вон, видите, он лежит. Так, идем. Вот дом пряник. Ну, и забираем его. И его слеза еще. Ну, все. Где... жабу найти. Не сейчас. Короче, не сейчас. 2 минуты. 2 минуты. Короче, ну и вот мы добыли пряник. Вот такой красивый. Давайте посмотрим хотя бы, что он делает. Так. И смотрим Санта. О, и мы стали Санта-Клаусом, который вот так красиво улыбается. Ну, короче, вот такое видео было. Может, я сниму еще, какие можно сделать ингредиенты с пряником. Вдруг. Ну, и на этом наше видео будет закончено. Всем удачи, всем пока!